Мокрый снег. Северо-западный ветер. Мне светло. Вы видите? Видите всю эту красоту? Просто почувствуйте. Оглянитесь. Вдохните. Это наш мир. Все это нужно увидеть. Я ослеп в 11 лет. Мое остаточное зрение всего 2% из 100. На самом деле это очень мало и одновременно очень много. Я вижу шум ветра, хруст снега. Я вижу горизонт, и я иду к нему. Сложно передать словами всю красоту нашей страны, нашей природы. В какой-то момент мне захотелось поделиться этим. Так я начал снимать. Пусть у меня нет возможности видеть, но есть возможность показать. Это повод задать себе вопрос: почему слепой парень показывает мне мир? Почему всего этого не видел я? Это повод увидеть свои возможности. Повод заглянуть за горизонт.